Россияне победили практически во всех дисциплинах на чемпионате мира по зимнему парусному спорту. Соревнования ВИСА-2017 проходят в этом году в нашей стране. Более 200 райдеров из 15 стран приехали в Тольятти, чтобы побороться за титул чемпиона. Но россияне уступили лишь финну в слаломе на шорт-треке, немцу в кайт-марафоне. Это самый высокий уровень, чемпионат мира. Выше него бывают только Олимпийские игры. Ну, конечно, большинство участников здесь – это россияне, которые показали просто фантастические результаты, выиграв гонки в курс-рейсе, в сноукайтах, и в лыжах, и в бордах. На этом соревновании папа стал чемпионом мира в курс-рейсе в гонках, а я победил во фристайле. Ну, а Лера стала второй среди девушек. Когда катается вся семья, то это как бы поднимает ее на такой новый уровень. Пап! Удачи! Папа был первым на Урале, кто вообще начал заниматься кайтингом. И сейчас, спустя 15 лет, у него своя кайт-школа. Ой, я карабин потеряла! Карабин потеряла? Ты сама приделала кайт? Да. Молодец. Я с девочкой запуталась и отстегнула карабин, чтобы распутать кайты. Главное не победа, главное участие. Я поучаствовала, и мне хорошо. Круто! Давай, пойдем уже греться. Да. Мы сумели собрать 15 стран. Есть Маврики, есть Бразилия, у нас тут бродит австралиец. Ну и все наши близлежащие страны. Горячий эстонский парень. Я представляю Финляндию, ну и сейчас первый раз выиграл чемпиона. Серфинг вообще – это свобода движения. Поскольку вид спорта не коммерческий на данный момент, никто там не… То есть нет грызни. Там нет там номинации в олимпийские гонки. Поздравляю тебя. Тебя тоже.